чипок. Вот это вот рисовая лапша. Мы такую ели. А вот это что-то желтенькое. Тоже какая-то лапша. Вот там вот стоит штука, в которой, наверное, ее варят. Вот эту мы еще не пробовали. А вот это вот рисовая лапша. Ее там очень много. Вкусная. Пожаришь чем-нибудь вещь? Косты. Зеленые бананы. Невкусные. Всевозможные соусы. Фруктовый отдел. Манго. Ну, чтобы узнать, сколько стоит, надо идти на кассу. Цветная капуста. Обычная капуста. Местные жители сюда тоже ходят. Помидорки. Корень имбиря. Рыба, курица. Имбирь. Острый перец. Травушки-муравушки. Курица, креветки, рыба. Узнать цены здесь, конечно, сложно. Но, как правило, здесь дешевле. Грибы. Всякие ростки, всякие травушки. Рыба. Курица. Ноги куриные. Для них это деликатес. Они умеют их готовить. Мы не умеем. Джем очень вкусный. Похоже на мармелад. В нижней полке, если вы пороетесь, то вы найдете майонез. Для креветок цена разная. Надо, конечно, приходить пораньше, потому что рыбу разберут. В Чипке невозможно узнать, сколько что стоит. Расскажу потом, когда выйдем в кассу. Через кассу. Мы уезжаем сегодня, поэтому купили только рыбку на обед. Пожарим, съедим и полетим. Сегодня в Чипке мы купили рыбу. Вот эта рыбка 102 бата за килограмм, вот это 136 бат за килограмм, креветки 230 бат за килограмм. Всего купили на сумму 145 бат.